Всех приветствую! Сегодня хочу поговорить о мраморе, как из мрамора делали, как из пластилина. Не, кот сюда никакого отношения не имеет, тем более он просто в раковине лежит, даже не в мраморной. Это я просто к дочке зашел и не смог удержаться. Так красиво в раковине лежит, в общем, пробыло там 4, может даже больше времени, 4 часа где-то. Он как лежал, только бока менял. Нравится ему в этой раковине лежать. Второго кота пришлось сюда, правда, закрыть, так как я приехал с собачонком. Собачонок хочет поиграться с ним, а он не понимает этого, шипит. Ну, ладно, поехали. Вот зашел я в дом, церковь с названием «Дом», в Магдебурге тоже дом. И тут вот такое вот изваяние, очень интересное. Я ходил, там из известняка многие сделаны, которые некоторые я так и не понял, из чего сделаны. Я буду делать на эту тему видео еще. И сейчас мы посмотрим повнимательнее. Вот она не очень большая, но вот человек стоит, пусть чуть выше, вот так 2 метра здесь, 4, ну где-то метров 5 примерно, может чуть больше, не могу сказать сколько, точно не мерил, не знаю. Конечно, мне хотелось вот это все снять, но сюда надо серьезную стремянку, чтобы все это сфотографировать. Ну, сфотографировал как смог, конечно. И вот начнем. Дело в том, что все это, когда я подошел близко, я на эту тему много видео видел, поэтому ничего нового не скажу, но когда ты видишь своими глазами это вблизи, это немножко другое впечатление вызывает. Очень интересно, когда видишь мрамор и вот такие вот изваяния. Как это сразу? Вопрос, естественно, как это делалось. В общем-то, я из пластилина неплохо в детстве лепил, но я даже из пластилина так бы не смог слепить. А это все-таки мрамор. Где-то местами есть сколы, вот маленькие сколы, там еще были где-то, не помню. Ну, в общем, определить, что это мрамор, ну, тем более и блестит, это не составляет труда. Но вы посмотрите, как это все вырезано, вот это как внутри все выбиралось. Этот камень довольно хрупкий, насколько я знаю. Вот эти ангелочки все, вот эти головы. Ну, смотрите до конца, чем дальше, тем будет интересней. По-моему, последняя будет фотография, вообще жесть. Ну, постарался сфотографировать поближе, чтобы можно было рассмотреть хорошо. В общем-то, фотоаппарат у меня тоже неплохо делает фотографии. Как ни странно, я думал, он будет похуже. Думал, только видео будет хорошо делать. Но, тем не менее, все отлично. Вот это цельный мрамор, это ничего не приклеено, это все вырезано. Конечно, то, что я смотрел по видео, вот эти статуи, что ребята там показывают, здесь немножко не то, но все же на вопросы, как бы, вопросы просто сразу в голове возникают. Вот есть скол небольшой, ну, где-то будут еще фотографии, где будет отчетливо видно, четко, что это мрамор все-таки. Ну, где-то будет, что он блестит, в общем. Вот тут, вот, посмотрите, так, женщина с черепом. Вот это сбоку немножко сфотографировал. Ну, в общем-то, акцент сделал на нее и на трещины. Здесь некоторые трещины мы уже можем различить. Некоторые трещины практически не видно, некоторые совсем не видно. В общем, это стыки. И есть стыки, которые, видать, со временем какие-то немножко отошли. А есть, которые даже увидеть проблематично. В общем, до какой степени тут точность. Просто потрясающая точность. Вот это все из мрамора вырезалось. В общем-то, не каждый, кто по дереву режет, не сможет так. Не каждый сможет так вырезать из дерева. А здесь из мрамора. Я как бы тоже немножко деревом баловался. И имею представление. Вот здесь уже стык хорошо отошел. Вот видно, мы видим прекрасно, что здесь плитки. Вот такие. А вот это вот все цельное. Это цельная колонна. И вот такие лепестки и прочие вещи. Тут вот лицо отлично видно. И вот тут я уже пошел как бы по порядку все фотографировать. Думаю, блин, надо это все запечатлить, пока это присутствует. И вот здесь первое изображение меня так немножко как бы прицепило. Многие говорят о потопе и так далее. Ну да, вот здесь мы видим, что мы видим. Отлично видно. Животные, люди, лошади, в общем, все вперемешку.
Вот мужик за дерево вцепился, тонут. А здесь вроде как бы ковчег с крышей, кораблик, деревца такие. Все довольно интересно. Ну вот здесь уже отчетливо видно, что это мрамор. Видите, как он блестит здорово. Но как это... Есть версия, что это 3D-печать была. Вполне возможно. Возможно, была такая технология, что которые скрывают, нам не говорят. Ну и все же знают, что в Ватикане там библиотека недоступная. Что они там скрывают. Вот это, походу, Адам с Евой. И тут что-то вроде змея. Да, вот яблоня. Вот с человеческой головой змей такой. Просто как это вырезалось из мрамора. Вот швы уже многие хорошо видно. Вот здесь стыки местами есть. Вот это вот как бы из кусков дело. Здесь вот даже трещина уже есть, лопнула. Где-то из кусков. Ну вот многие вещи цельные, вот такие вот. Вот здесь еще чего-то не хватает явно. Здесь что-то когда-то стояло. Куда, когда и что убрали, тоже неизвестно. Вещи просто, когда стоял рядом, это... И это словами не передать. Вот посмотрите сюда. И как же это все вырезалось из мрамора. Я думаю, сейчас ни один каменщик не возьмется такое делать. Во-первых, даже если будет реально это сделать, я просто не могу себе представить, сколько это времени займет. Но это надо у людей спросить, которые работают с камнями, с мрамором именно. Смогут ли они вообще такое сделать? Вот так вот вы видите, здесь вот все как внутри вырезано. Ну, дальше там тоже будет интересно. В общем, ну смотрите и поражайтесь. Я, честно говоря, не могу. Тут уже у меня слов просто не хватает. Конечно, какие-то уже вещи отколоны. Вот руки, допустим, нету. Меч, вот кусочек здесь, и ручка отколота. Вот головы нету. Есть, так скажем, недостаток некоторых деталей. Но, тем не менее, сохранилось довольно неплохо. Вот здесь мы видим стык, уже от времени он, как бы его стало видно неплохо. Его даже, по-моему, пытались уже чем-то тут подмазать. Но вот это цельная часть. И вот здесь я смотрел видео, ребята там показывают многие и в Питере, и в других странах. Вот, допустим, лицо, голова, и вот здесь такая часть, вроде как бы она выглядит как механическая. Вот здесь то же самое мы видим. Вроде как бы, ну, непонятно мне, что это такое. Вообще изготовлено, конечно. В общем, здесь сюжеты такие довольно интересные. Деревья, вот этот единорог здесь изображен. Здесь, конечно, вот дедок, у него пальцы уже пообломаны. Но, тем не менее, сохранность еще вполне приличная. Вот с мечом... Посмотрите, как у него борода, волосы, ну чуть ли не волосинки такими вот. Ну, потрясающе. Вот это все вырезано из мрамора. Это как надо умудриться, а? Если, может быть, кто-нибудь каменщик увидит, напишите. Может быть, вы знаете, как из мрамора можно вот так вырезать. Вот у него в одной руке книга. В другой руке меч. Одеяние довольно все прилично так потрясающе сделано. Все вот эти отверстия. Ну, у меня, честно скажу, фантазии не хватает, как это можно делать. Здесь уже, наверное, я на приближение делал. Что-то поползло качество. Где-то мне приходилось, где расстояние было делать, приближать. Скорее всего, да. Нет, она сама по себе на расстоянии. Вот я даже ноги сделал. Конечно, у него отколото, но здесь очевидно, что даже ногти были сделаны, но вот они уже немножко поотколотые. Но явно было все очень четко сделано. Здесь вообще палец отколотый. Вот этот ноготь вот еще более-менее неплохо сохранился.
Я просто потрясен, честно говоря, увиденным. А нам, честно, историю я не буду зачитывать. Мне неприятно, так скажем, историю читать. Я только посмотрел, что это церковь, дом 13 века. Остальное, кому интересно, я могу ссылочку оставить. Можете сами почитать. Ну вот что-то похоже на Иисуса, да? Только вот не могу понять, зачем у него и что это за шар в руке. Пальцы, конечно, вот здесь, скорее всего, вот этот палец был большой, вот здесь был средний. Ну, эти, наверное, не доставали до мяча. Но мяч идеально круглой формы, шарообразной. Идеальная форма. Потом, как этот круг из мрамора, идеальный шар сделать. Да. Вопросов просто. Вот здесь лев. Ну вот здесь посмотрите, что интересно еще. Вот я, к сожалению, тут невозможно снизу сильно заглянуть. И дело в том, что здесь спереди веревка, ты не можешь в упор подойти. Я бы, конечно, с удовольствием вот сюда бы засунул камеру и снял, насколько глубоко там выбрато вот под его одеждой. Как глубоко мы можем увидеть это. Его ноги, допустим, до коленей или еще до паха, может быть. Представления не имею, как это сделано. Вот здесь тоже, как бы с этого ракурса чуть-чуть получше видать. Что там еще уходит. Вопрос, насколько далеко. Ну, если кто-то знает, у кого-то есть идея, как это можно с мрамора сделать, вот такие вот вещи, может быть, подскажете. Может, я такой просто темный и представления не имею, как с мрамором работать. Ну, здесь тоже с одеянием то же самое. Вот, к сожалению, надо было вот отсюда пройтись. Может, там и ту ногу еще видно. Или здесь что-то стояло, по-моему. По-моему, я туда не мог пройти. Но я еще как-нибудь заеду туда. Там очень много интересного. И надо походить повнимательнее, посмотреть все это. Дело в том, что там есть подвал в этой церкви. И там мало того, что это в подвале, еще там откопанные стены. Я, конечно, видео сделал, но дело в том, что освещение очень плохое там. Не знаю, что получилось, еще не смотрел. Потом посмотрю, если все нормально, обязательно выложу. Посмотрите тоже, что там за стены еще под церковью получается этой. Ну вот так вот все сделано. Все, волосы. Посмотрите, как там все это выбиралось. Каким образом. Ну вот эти опять головы, как бы вот тут как вроде что-то механическое должно быть. Здесь внизу тоже так же. Очень интересно. Очень интересно. Вот здесь хорошо волосы видно. Здесь под бородой, видите, тоже у него все нормально. В общем, блин, идеально. Просто идеально сделано из мрамора. Вот тут что-то вроде рыцаря. Опять же, эти головы везде, повсюду. Тут орел, тут статуя без головы. Вот он. Здесь просто даже вот эти одеяния ионные, посмотрите, как сделаны. Личико довольно такое кругленькое. Да. Вопросов только с каждым днем прибавляется. Так, это я уже показывал, где у нас самое интересное. Но это еще не самое интересное. Вот здесь с этого ракурса все-таки вот мы можем чуть-чуть заглянуть. Ну, в общем-то, и отсюда даже не видно, насколько там глубоко выбрато. Да. Козленок такой на книге у него. Довольно идеальный козленочек, миниатюрный.
Очень маленький. Или это он такой большой был? Козленок нормальный. Корова тоже вроде как бы маленькая. Может, они действительно были большие такие, как бы великаны. Тут ангелочки, вот эти головы повсюду. И вот самое интересное, что мы тут видим на самом верху. Давайте начнем отсюда. Вот это все выбрано потрясающе. Интересно, все очень грамотно, очень красиво. Воображения не хватает, как это все делалось. Там даже голубь, вон, как приклеенный туда выбратый. Это все вырезано идеально с мрамора. И что мы видим на самом верху? Вам это ничто не напоминает? Ну вот, как-то вот так вот. Вот такие интересные вещи и в Германии присутствуют. Ну вот, пожалуй, все на этом. Так что присматривайтесь, будьте внимательны, смотрите, и может быть где-то и вы что-то возле чего-то интересного рядом ходите и внимания не обращаете. И честно говоря, пока я в упор не подошел, я думал все-таки, что это, когда издалека смотрел, что это известняк, это гипс. Но когда подошел близко, ого-го, начал внимательно рассматривать. Пишите свое мнение. Всем удачи, счастья, здоровья. Пока.